Смотрите, песик ко мне пристал. Я его немножко вот такой подозвал, и он все. Он залез на меня почти. Ты мой хороший. Такая лапинка. Не, животных больше заводить не буду. Маленький ты мой. Я бы тебя взял с собой. Видите, какой хорошенький, беленький, чистенький. Может, тебя заберу с собой. Если здесь жить будешь, я тебя встречу где-нибудь. Ты мой хорошенький. Ну, какая прелесть. А, эти мои маленькие. Хороший. Моя прелесть. Волосатый. Говорит, ях есть. А, волосатый. Такой красивенький. Беленький весь полностью. Даже нос белый. Тебе мясо взял, да? Сейчас тебе мясо дам. Я когда брал, думал, нахрена я столько мяса взял. Чувствую, что надо. Для чего, не знаю. Но для этой прелести я, похоже, взял. Полкило мяса. Какой беленький красавец. Забрал бы я его к себе. А может, и заберу когда-нибудь. Если он здесь будет, может, и заберу. Какой красавец. И он у меня просил только ласки. Так что... Может, я ему дам ее в виде дома. Ладно, видно будет. Дам ему срок до весны. Может, весной усыновлю его. Если будет здесь находиться еще. Приеду, его на вольный хлеба пущу. Ну, в смысле, будет день около меня там, в Ленинске. Красавец. Это хулиганить взялся. Сейчас всю мусорку перероет. Он ищет, где я бросил пакетик. Смотри какой, я вот этот пакетик бросил. Вот этот, да. На все больше нету. Ты молодец. Ты полкило больше даже сожрал. Все, хорош. Ой, как писец, да? Беленький такой, красивенький. Так, покупки. Ну все, я пошел. Давай, пока. Давай, давай. Красавец какой, а? Ну, я бы тебя только на машине на своей бы взял. Так, не возьму. Давай. Пока. Все, я пошел. Все. За мной идет. Сейчас, может, набить. Сейчас до автобуса дойду, уйдет. Я думаю, нахрена я мясо беру. Так захотелось мясо взять. Для него взял. Самое интересное, я чувствовал, что это мясо мне нахрен не нужно. Я его взял. Тут маленький красавец скушал. Блин, привязался. Все как пойдет.